Следующий сальник – это маслосъемный колпачок. Заказывался для мотора К9К. Имеет вот такой оригинальный номер, вот такой оригинальный стикер. Стикер настоящий, сделан в Италии. Видите, каждая единица упакована индивидуально. На сальниках есть соответствующие маркировки, надписи, видите. На обратной стороне этикетки можно увидеть какой-то номерок. Я не знаю, что это такое. Он присутствует, скорее всего, на всех стикерах, поскольку здесь пакет прозрачный, его хорошо видно. Их заказано было, поскольку мотор 8-клапанный, их заказано было, естественно, 8 штук. Все они в индивидуальной упаковке, соответствующими стикерами и всем остальным. Идем дальше.